истекший период 2018 года прокуратурой в сфере надзора за исполнение законодательства о безопасности дорожного движения выявлено 18 нарушений действующего законодательства. Нами внесено 9 представлений, 5 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время именно то, что касается ремонта конкретных участков дорожного полотна, нами подготовлено 5 представлений. Сегодня я подписал еще одно на имя главы администрации с указанием конкретных участков, где находятся, так сказать, места, требующие капитального ремонта или устранения нарушений в соответствии с требованием ГОСТ. В ближайшее время, я надеюсь, это представление будет рассмотрено с нашим участием. Я думаю, что органы местного самоуправления примут все меры к устранению имеющихся недостатков в этой сфере. Вот вы сказали, что это 5 мест, а какие? Это не 5 мест, это 5 представлений. В каждом них указано достаточно много количества дорог, большое количество, вернее, дорог, несколько объектов. Какие конкретно у нас еще улицы? У нас центральные улицы Факел Социализма, Комарова, Тернапская, фактически это Механизаторов. Все, что у нас на сегодняшний день, так сказать, требуют ремонта, все объекты мы указали в этих представлениях. Механизм проверки таков: сотрудники ГИБДД совместно с нашим сотрудником выезжают на конкретное направление. Каждая дорога, каждая улица актируется, оценивается степень разрушения, и по результатам составленных актов, которые нам потом представляются, мы подготавливаем меры реагирования, где перечисляем именно те участки дорог, которые требуют первостепенного ремонта.